Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «На безвозмездной основе» Россия передала вооруженным силам Абхазии военное имущество. Рассчитан на 5 тонн ежедневной продукции, запущен Сухумский молочный завод. Оползни на трассе Псоу-Ингур. Абхазавтодор проводит масштабные работы на опасных участках дороги. Сегодня в Министерстве обороны состоялась церемония передачи российской стороной военного имущества оборонному ведомству Абхазии. Это первый шаг в вопросе модернизации вооруженных сил республики. 10 автомашин «Урал» и другое военное имущество передано в безвозмездное пользование в рамках практической реализации соглашения между Абхазией и Россией об объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации. В церемонии приняли участие вице-президент Виталий Габния, секретарь Совета безопасности Республики Мухаммед Килба, председатель Комитета по обороне и безопасности Народного собрания Илья Гуния, временный поверенный России в делах Абхазии Юрий Ясно-Сакирский, представители командования Южного военного округа и Российской 7-й военной базы. Перед нами стоит общая задача по поддержанию мира и безопасности. И сегодня мы делаем очередной шаг в этом направлении. Передача военного имущества – это первый этап нашей совместной работы. Указы министра обороны России за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации, 5 офицеров вооруженных сил Абхазии награждены медалью за укрепление боевого содружества. 21 сентября в России отмечают День воинской славы. Как подчеркнул временный поверенный России в делах Абхазии Юрий Ясно-Сакирский, очень знаменательно, что именно в этот день происходит первый этап практической реализации соглашения между двумя армиями-союзницами. Очень знаменательно, что в такой день мы крепим реальными делами наше боевое содружество, боевое братство. Еще раз я вас поздравляю, награжденных военнослужащие армии Республики Абхазии и весь ваш воинский контингент с поступлением новой техники. Надеюсь, это будет не последний этап передачи техники и новых вооружений, которые будут служить делу модернизации вашей армии, нашей союзницы. Вице-президент Виталий Габния поздравил всех с таким значимым событием и отметил, что между Абхазией и Россией ратифицированы 23 межгосударственных договора. И сегодня сделан еще один шаг в деле реализации одного из них. В реализации договора от 24 ноября 2014 года сегодня Российская Федерация передает Республике Абхазия технику, тем самым поддерживая Министерство обороны в деле укрепления нашей армии. Начальник Генерального штаба Министерства обороны Абхазии Анатолий Хрулев выразил благодарность Министерству обороны и Генеральному штабу России и заверил, что все союзнические обязательства, касающиеся Министерства обороны Абхазии, будут выполнены. Затем военнослужащие российской армии передали ключи от автомашин своим абхазским коллегам. Ирина Аршева, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На прошедшей в Нью-Йорке 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН руководители Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии сделали ряд заявлений, в которых осуждаются нарушения прав человека и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии. В связи с этим Министерство иностранных дел Абхазии выступило с комментариями. В очередной раз приходится констатировать, что лидеры европейских стран остаются в плену собственных политических иллюзий и продолжают руководствоваться пропагандистскими штампами, навязываемыми Грузией мировому сообществу. Удручает тот факт, что подобные политизированные и однобокие оценки регулярно звучат из уст западных политиков высокого уровня, которые имеют достаточно поверхностные представления о политических, правовых и исторических аспектах грузино-абхазского конфликта. Хотели бы напомнить, что Грузия, которую президент Словакии зачислил в семью европейских стран, в 1992 году совершила прямую агрессию в отношении Абхазии, устроив геноцид и этнические чистки многонационального народа Абхазии. Европейским лидерам не стоит также забывать о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
опираясь на поддержку Запада, в августе 2008 года отдал приказ о нападении на город Сфинвал, намереваясь стереть его с лица земли. Решительные действия Российской Федерации в 2008 году, благодаря которым удалось спасти от полного уничтожения народа Южной Осетии и Абхазии, президент Литвы безоговорочно осуждает и считает нарушением устава ООН, тогда как многочисленные попытки Грузии осуществить силовой захват Абхазии и уничтожить местное население не характеризуются как грубое нарушение основополагающих норм международного права и никак не осуждаются представителями международного сообщества. В подобном же духе выдержаны выступления лидеров Турции, Польши и Эстонии, которые осудили так называемую оккупацию Грузии, оставив при этом без внимания агрессивный характер политики Грузии по отношению к Абхазии и ее народу. Примечательно, что односторонние подходы и практика двойных стандартов проявляются и в самих европейских странах, которые под различными угрозами отказывают в реализации основополагающих прав собственных граждан. Недавно стало известно, что в Испании полиция арестовала каталонских политиков, которые являются сторонниками предстоящего в Каталонии референдума о независимости. Официально провозглашая приоритет основополагающих прав и свобод человека, испанские власти на деле не готовы соблюдать эти права даже в отношении собственных граждан. Заявления, прозвучавшие на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в очередной раз откровенно продемонстрировали нежелание международного сообщества учитывать справедливую позицию народа Абхазии, который в тяжелейшей борьбе отстоял свое законное право на независимое и свободное развитие. Пренебрежительное отношение со стороны мировых лидеров к мнению целого народа никак не способствует справедливому разрешению существующих противоречий между Абхазией и Грузией. Исходя из вышеизложенного, в очередной раз обращаем внимание Генерального секретаря ООН на необходимость создания механизма для участия представителей Республики Абхазия в работе профильных структур Организации Объединенных Наций. Донесение позиции Республики Абхазия с высокой трибуны ООН до широкой международной аудитории способствовало бы созданию условий для равноправного диалога между Абхазией и Грузией и поэтапного разрешения грузино-абхазских противоречий. Абхазская молочная продукция «Амазара» поступила на полки местных магазинов. Сегодня на Сухумском молочном заводе производят два вида продукции, но перспективы расширения вполне реальны. Министр экономики Адгур Ардзинба посетил молочное предприятие и посмотрел, как все работает. Репортаж Ринаты Шакая. Предприятие, которому больше полувека, капитально отремонтировано в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию республики еще в 2012 году. На ремонт и оснащение Сухумского молочного завода современным оборудованием было затрачено 120 миллионов рублей. Однако завод проработал всего 10 месяцев и закрылся, поскольку при его строительстве и ремонте были допущены ошибки технического характера. Исправить эту ошибку и вновь наладить систему работы молокозавода помогали иностранные специалисты, которые разработали технологические план переоснащения и реанимации этого государственного предприятия. По нашей инициативе мы попросили Министерство финансов направить контрольно-ревизионное управление сюда. Ну, не потому, что сейчас мы никому-то не доверяем, потому что это нормальная практика. Сами предприятия, сами органы власти должны инициировать проверку. Что? И была произведена здесь проверка. Буквально вчера я получил акт, который говорит о том, что все в порядке. Поэтому все остается теперь в руках коллектива, руководства. База есть, основа есть, рынок внутренний есть, больше чем 500 000 000 рублей. То есть есть куда развиваться, и все зависит уже от них. И по тем планам, которых мы информированы, докладывали премьер-министру о них, значит, расширение будет линейки, и в перспективе может быть и мы сможем выйти на экспорт. Это такие группы, как сыр. В первую очередь, абхазский сыр – это экспортный товар. Пока гости рассматривали оборудование и красивую упаковку новой продукции, главный технолог молочного завода Арнул Хашба отбирал специальную пробу для проверки качества производимого продукта. А затем рассказал, как проходит весь процесс. Это еще полупродукт. Нам просто обязательно надо знать состояние его.
Это мы определяем жирность, мы определяем кислотность, ориентируемся по этим данным и, соответственно, уже понимаем прогноз, какой будет готового продукта. Теперь кисломолочная продукция Сухумского молокозавода фасуется в современную упаковку, выдерживая все обязательные санитарные нормы. Новейшее российское итальянское оборудование работает в автоматическом режиме. Мы, кстати, маркетологов наняли, заплатили им там почти 300 тысяч рублей, чтобы они изучили внутренний рынок, чтобы они дизайном сделали все как по-человечески. Хотя, может, кто-то считает, что это не нужно, но мне кажется, это правильно, потому что все-таки продукция должна быть конкурентоспособной во всех смыслах. Молочный завод соответствует всем нормам, налажена пожарная и вентиляционная системы. Гордость предприятия – дорогостоящая лаборатория. Это у нас лаборатория контроля качества продукта и контроль продукта входного, то есть нашего сырья. Здесь мы проверяем сухое молоко по качеству. Заверяют одно, мы перепроверяем. Без этого мы в работу не пускаем ничего. Здесь это аналитические весы. Здесь у нас происходит уже, мы составляем и собираем все наши колбы, химическую посуду и готовим растворы для того, чтобы начинать работу. В лаборатории проводится физико-химический контроль качества, а также микробиологический. Микробиологический у нас... Туда можно? Да, конечно. Только дальше нет. Вот видите, это у нас зона... Стерильная – это предбоксник и боксник. Это там, где мы проверяем продукт на качество, есть ли микробиология или нет. С открытием завода появились и новые рабочие места. Это значит, что 36 семей будут получать достойную заработную плату от 20 до 25 тысяч рублей. Работники цеха – это персонал с техническим образованием высшим. Более того, это люди, которые были обучены зарубежной компанией российской. В настоящий момент у нас сухумский молочный продукт на рынке представлен пока двумя продуктами. Это мацони 4% и сметана 20%. В самое ближайшее время мы представим на рынок 15% сметану, кефир 1%, кефир 3,2%, творог. И я думаю, что следующим летом мы постараемся выйти на мороженое. Сегодня на абхазском рынке практически вся кисломолочная продукция российская. Вместе с тем на предприятии уверены, что продукция Сухумского молокозавода найдет своего покупателя. Технологи не стали раскрывать все секреты, но заверили, что главная ставка – высокое качество продукции, доступные цены, широкий ассортимент. В том, что местная продукция уже появилась на полках и пользуется спросом, мы убедились, заехав в ближайший магазин. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, абхазское телевидение. Продолжается ремонт на оползневых участках трассы ПСУ-Сухум. Масштабные работы ведутся в рамках инвестиционной программы и завершатся в течение месяца. Тему продолжит Аманда Пони. На сегодняшний день работы по укреплению автотрассы ведутся в районе села Ишера на трех оползневых участках. На каждом из них уже установлены подпорные стены. Участки также будут оснащены водоотводами, которые предотвратят дальнейшее сползание земли. Работы по восстановлению разрушенных дорог осуществляются в рамках российской инвестпрограммы. Состояние дороги было ужасное. Дорога ползет из-за ливневых дождей, засельевых потоков. Поэтому благодаря Российской Федерации выделены средства на три эшерских объекта, мы дальше еще поднимемся, значит, порядка 47 миллионов на три этих объекта. Здесь у нас порядка 32 свай на этом участке. Кроме того, движение почвы наблюдается всего на 9 участках трассы ПСУ-Ингур. Протяженность самого большого из них 90 метров, глубина 2 метра. Производится гидроизоляция, засыпка, значит, балластом, щебнем, укатка. Потом мы какой-то момент выжидаем, чтобы произошла, если произойдет просадка, значит, засыпаем, опять укатываем и... Финальный итог – это, значит, укладка асфальтобетонной смеси. На одном из участков трассы в районе села Ишера оползень обрушил приусадебный участок. Чтобы избежать дальнейшего движения почвы, была установлена временная подпорная стена. В данный момент ее укрепляют основательно. К работе подключены специалисты-геологи из Краснодарского края. Завершить их планируется до конца октября. Аманда Пуни, Саида Гухава, абхазское телевидение.
В эти дни во всех районах республики электрики проводят большую работу по подготовке к зиме. Идет замена линий электропередачи и несущих столбов. Близится к завершению и прокладка новой линии в селе Дуриб Шкудаутского района. Жители села постоянно испытывали проблемы с электричеством из-за частых аварий на линии, особенно зимой. Да и напряжение в сети было очень низким. Особенно страдали от этого учащиеся местной школы. В классах было холодно, невозможно было пользоваться оргтехникой. Теперь, благодаря новой линии, проблемы с электроэнергией будут сняты. Строим линию для школы. Очень большая проблема у них в электроснабжении. Качественного напряжения нет, и компьютеры не могут работать, и зимой по обогреву и так далее. И сегодня вот эта протяженность линии более 500 метров. Для того, чтобы школа имела хорошее напряжение, мы построим линию. Если что-то не помешает, ну, всякое бывает, но мы до конца этой недели должны установить трансформаторную подстанцию. На сегодняшний день мы занимаемся школами, детсадами. Два детсада в городе. Обеспечение электроэнергии на сегодняшний день. Состояние это прекрасное, качественное напряжение, резервные линии, там опасений никаких не может быть. Также мы в селе Лохна, поселок Аджамчыгра, тоже было плохое состояние школы. Мы уже построили там линию низковольтную, провели безопасно и для детей, и качественное напряжение. Вопросы обеспечения инвалидов Отечественной войны народа Абхазии жизненно важными медикаментами, индексации пенсии, пересмотр пенсионного закона в части доплат и другие вопросы обсудили сегодня на расширенном заседании в Общественной палате. Диалог состоялся между представителями Ассоциации инвалидов столицы и Сухумского района с участием министра здравоохранения, депутатов парламента, руководителя Государственного внебюджетного фонда инвалидов. К какому решению пришли участники заседания и какие рекомендации дала общественная палата, расскажет Денис Фаршба. Разговор о проблемах инвалидов войны в таком расширенном составе не первый. Уже не раз и не только в стенах общественной палаты обсуждают тему улучшения жизни инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Лучше самих инвалидов ситуацию не знает никто. Именно поэтому в общественную палату были приглашены представители Ассоциации инвалидов войны, которые пришли в консультативный орган со своим вопросником. Первая из всех трудностей, с которыми им приходится сталкиваться – обеспечение жизненно важными медикаментами. Три с лишним месяца. Люди не получают жизненно важные медикаменты. Это куда вообще годится? К чему это можно пришить? Вот только неделю назад появилось в нашей аптеке. Более того, скажу, чтобы это не было для вас секретом, цены на медикаменты закручивают, знаете, какие? Да, мы не платим, но платит наше государство. А почему не пожалеть государство? Мы пришли к такому единому мнению, что нам нужна своя аптека. Где мы будем следить за тем, чтобы эти медикаменты не подрастали, как грибы, цены на них, цены. Потому что это все исказное государство. Мы привыкли заботиться о государстве, мы войну защищали интересы нашего государства, и сейчас будем защищать. Вот приблизительно тот аспект, ждем сейчас решения. Кто может решить эти вопросы, кто возьмет на себя обязательства? Проблема заключается не в том, что помощи в обеспечении препаратами государство не оказывает. Она есть, но бывают перебои. Ждать возобновления выдачи медикаментов могут не все категории инвалидов войны. Ведь среди них есть те, чьи жизни напрямую зависят от вовремя принятого лекарства. А что касается вопроса индексации пенсии инвалидам войны, то в ближайшее время в парламенте он рассматриваться не будет. По словам депутата Натали Смыр, возможности государства пока не позволяют увеличить их размеры. Мы получаем российской пенсии порядка 305 миллионов ежемесячно. Абхазская пенсия поступает в размере 100 миллионов ежемесячно. Если мы будем увеличивать порядка, там, допустим, 45 тысяч рублей, ну, ежемесячно, вы понимаете, это достаточно большое финансовое бремя для бюджета Республики Абхазии, в частности, для пенсионного фонда. На встрече отмечалось, что выделять проблемы инвалидов и решать их отдельно не представляется возможным. Это не значит, что решать их не нужно. Просто делать это надо, исходя из возможностей государства.
государства. Конечно же, надо все решать. Здесь вопросов нету. Но говорить о том, что сегодня государство вообще не смотрит на пенсионеров и вообще не обеспечивает их ничем, ну, наверное, не совсем правильно. Конечно же, нужно смотреть, нужно помогать пенсионерам. Программа бесплатного обеспечения медикаментами в нашей стране стала осуществляться после создания государственного внебюджетного фонда в 2011 году. Первые несколько лет число инвалидов было фиксированным, а потом уже в существующий список добавились еще 800 человек. Нагрузка на фонд, соответственно, выросла, и у него стали появляться долги. Многие годы сумма задолженности менялась, но полностью погасить ее не удавалось. Именно этим фактором и вызваны были перебои в обеспечении инвалидов жизненно важными медикаментами. Медикаментозное обеспечение у нас проблема возникла еще в 2013 году. На тот день создания фонда у нас было 1150 инвалидов. На 2013 год уже возросло порядком 700-800 инвалидов. То есть нагрузка пошла моментально на медикаменты. И долг возник порядком 7 миллионов рублей. Мы обратились к президенту, он пошел нам навстречу. То есть наши долги, они все закрыты. Однако государство продумало еще один механизм на случай, если перебои с обеспечением медикаментами все же появятся. Министерство здравоохранения осуществляет ряд целевых ведомственных программ, которые в полном объеме обеспечивают всеми необходимыми препаратами инвалидов войны, попадающих в стационар. Даже при определенных трудностях мы стараемся полностью обеспечивать всех нуждающихся. Это касается не только инвалидов, но и других категорий граждан. В том числе и лечение. У нас целевая программа лечения за пределами Республики Абхазия. Это оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Все проблемы у государства из-за нехватки финансов, подытожили участники встречи в общественной палате. Следовательно, нужно поднимать экономику, выводить из тени все неучтенные средства. Участники встречи уверены, только тогда можно будет говорить об увеличении пенсий, пособий, думать об улучшении жизни социально уязвимых слоев населения. Общественная палата обязалась изучить проблемы инвалидов и подготовить рекомендации. Нис Фаршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. Прошло 90 лет со дня основания научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. По этому поводу в Сухуми состоялась юбилейная научно-практическая конференция. Научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, объединила более 120 известных профессоров и докторов Абхазии, России, Украины, Белоруссии, Армении. Профессор, доктор медицинских наук, бывший директор НИИПИД Борис Лапин в своем выступлении отметил о том, что институт внес большой вклад в мировую медицину. Медико-биологическая станция Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук – это история приматологических исследований в России и во всем мире, ибо мы были первым, а в определенный период самым старым приматологическим учреждением в мире, сделавшим чрезвычайно много в своей области. Темой выступлений ученых стали актуальные вопросы экспериментальной биологии и медицины, а именно геронтология и гериатрия, вирусология, микробиология, космическая медицина, гемостаз, реология, микроциркуляция, экспериментальные исследования на приматах. Характерные признаки медленных инфекций – необычно продолжительный инкубационный период, необычное поражение органов и тканей, медленно прогрессирующий характер течения и, увы, неизбежный смертельный исход. По этим четырем признакам среди нескольких заболеваний разных и было заболевание, которое, как я уже упоминал, известно под названием скрепи у овец. Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии прошел очень долгий и сложный путь становления. За 90 лет существования в институте был проведен ряд экспериментов, которые способствовали выявлению и лечению сложнейших болезней. И на сегодняшний день в институте также продолжаются медицинские исследования.
Основными исследованиями являются у нас геронтологические исследования. Мы моделируем лейкопению. Мы занимаемся различными исследованиями в области онкологии. Мы развиваемся, и у нас дополнительные контакты появляются. И практически все люди, которые сегодня здесь присутствуют, они приехали с какими-то идеями о совместном сотрудничестве. Научно-практическая конференция, посвященная юбилею НИИ ПИТ Абхазии, продлится 2 дня. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В столице после 2-недельного перерыва возобновлено троллейбусное сообщение по всем 3 маршрутам. Движение троллейбусов было приостановлено 6 сентября в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Имама Шамиля. С сегодняшнего дня движение троллейбусов по всем 3 маршрутам восстановлено. В результате оперативного взаимодействия всех служб администрации города Сухум троллейбусное сообщение по всем 3 маршрутам было восстановлено в заявленные сроки. 17 сентября в избирательных округах столицы номер 2 и 10 прошли повторные выборы депутатов Сухумского городского собрания. Одержавшие победу кандидаты Саид Бутба и Тимур Купалба сегодня были представлены своим коллегам. Уважаемые депутаты, хочу представить вам избранных депутатов на повторных выборах по 2-му и 10-му округам. Это Купалба Тимур и Бутба Саид. Это новые депутаты, образованные, достаточно образованные и квалифицированные ребята. Я уверен, что эти депутаты смогут достойно представлять интересы избирателей, которые отдали свои голоса этим 2 кандидатам. Более того, я уверен в том, что вы вместе сообща будете плодотворно работать во благо интересов Республики Абхазия, а также жителей города Сухум и всей республики. Желаю вам успехов и удачи. Делегация Абхазии принимает участие в Международном туристическом инвестиционном форуме ITF-2017 в Москве. Форум ориентирован на инновационный характер развития индустрии, поэтому важное место на нем занимает обсуждение современных методов работы индустрии. В рамках форума прошла дегустация продукции «Гастрономический туризм. Продукт для туротрасли», где Торгово-промышленная палата Республики Абхазия открыла презентацию абхазской продукции. Презентация будет способствовать продвижению абхазского продукта на аудиторию индустрии гостеприимства. 21 сентября во многих странах отмечают Международный день мира. Впервые праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Этот праздник символизирует отказ от насилия и всеобщее прекращение огня. Отметили этот день и в Абхазии. Во всех школах республики прошли различные акции и мероприятия. Во 2-й Сухумской средней школе имени Александра Пушкина учащиеся минутой молчания почтили память жертв войны, прочитали стихи и рассказали о значимости этого дня. Затем во дворе школы посадили дерево – символ мира и спокойствия на земле. Во всех школах Абхазии мы отмечаем этот день. Мы, которые прошли войну, мы обязаны помнить и чтить этот день. Только под мирным небом можно строить государство и учиться. С праздником всех мы поздравляем с Днем мира. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 19-21, днем 28-31 градус. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.